перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Приветик, сик-сик-сики. Блин, спасибо всем, кто мне писал, кстати, в личку. Ребята, огромное спасибо. Столько еще сообщений непрочитанных, но все впереди. Как я скучаю уже по концертам. Ну, всему свое время. Уже совсем скоро новые песни. И... Да, новые песни. EP. Не, ну батл это смешно, ну правда. Ну правда. Прям батл. Я еще должна это стоять при людях, выслушивать. Типа... Этот голос еще слушать мне нужно будет на батлах, понимаете себе? Ну нет. Блин, я сама уже жду своего возвращения. Прогизаю хорошо у вас. Песня со скрипкой, да нет, вряд ли. По поводу сотрудничества, не знаю, пишите. Если вы писали, то странно, что вы не дождались ответа. Но у нас был момент, когда мы не отвечали на письма. Присылайте. Да, вот знаете, вот уже альбом, точнее EP готов. Много чего готово. И вот думаю, как быть, как выпускать. Просто как быть и как выпускать. Хочется классных клипов. Классного всего вообще. Очень сложно. Надо всем заниматься. Нужна команда. Диз, да ну не, не интересно. Там, господи. Просто пусть не выпендривается. Она просто столько всего сразу написала. Там на дефлоу я просто охренела. Что это вообще было? Еще один прямой эфир, как-то все странно. В общем, как-то коза, блин, врушка. И где мои, где я, Даня? Да. Смешно вообще. Ну, блин, она работает на эти 2 миллиона, поэтому... Молодец, молодец. Можешь, Ази, вот лучше бы вот выложила бы, хорошей музыки попиарила бы. В конце концов. Скоро у меня выйдут песни, можешь послушать, они классные, можешь их просто пиарить. Вот тут ты сделаешь что-то классное для женского рэпа. И для меня лично. Ну, спасибо. Если это сделаешь, будешь классно, а так... Это фуфло. Да блин, да, да. Неинтересно просто. Даже это все. А, разрешено ли мне петь? А, ну, вообще, я не понимаю, как они мне могут запретить это делать. А, хоть что-то такое подобное было где-то, типа, нельзя петь. Что нельзя петь? Мы что-то как где-то подписывали. Ну, вы где-то что-то подписали, но это какое-то ваше там решение. Вы вруны. Эти песни имеют ко мне отношение. Я их тоже писала. Поэтому они мне не могут запретить их петь. Вот, я не знаю, это чушь собачья. Просто я не хочу их петь. Нет у меня желания петь больше эти песни. Все. Я их пела так много. Просто как-то даже неприятно их петь будет. Почему бы это? Столько сердечек.
Нет, не выпиваю. Ой, прости, пожалуйста, Дима. Ну да, да, нет у него голоса, но не об этом же речь вообще. Просто, ну, как бы... А о том, что она пишет это... Она, типа, врет, она, что она это сама все пишет, это интересно. Типа, она сама себе проект. Ой, нет, я не на лейбле, я нигде. Не на лейбле, я сейчас сама по себе. Да, только не батл, да. Жалею всех. Думаю, блин, ребят. Скоро буду готова. Как только выйдут песни, я сразу готова. Да блин, я люблю делать творчество. Если версус, ну как вот я могу выразить себя через версус? Ну как бы что? Зачитывать как бы с ней что? Да, было бы весело, если бы я не занималась бы этим серьезно. Мы тут трезвые. Нет, я обитаю в другом месте. ЛСП, какие-то песни, да, мне нравились. Колесо, да, с Бьянкой. Ну, есть только какую-нибудь не ее песню. Спасибо моим людям. Да все, там уже нечего было делать, просто уже на батл звать, конечно. На драму скоро тоже будут, похоже, вот выйдут еще песни после этого. Ну, в общем, да, песен много. Надо теперь понять, как это, как вообще все выпускать. Интервью, я думаю, после выхода песни я буду за. Пишите. А я безразлична. Что мне еще сказать? Я безразлична. Насколько могу быть безразличной? Команда, да, есть, но не вся. Еще не вся команда. Много нужно делать всего. Для того, чтобы круто выходил твой продукт, его все слышали, видели. Чтобы все выходило вовремя. Тифеста нормально. Не говорила. Да. Что-то это какой-то пиздеж. Отвечать. По поводу того, что... Дальня. Говорила? А, вот, да, говоришь, что сама. А, ей да, пишет да, Гарри да. Топор. Ну да, конечно, мы это все знали. Все люди знают. И что, вот зачем нам слушать вот в ее исполнении это? Ну, как бы она плохо исполняет. Написано еще. Чего вот мы это обсуждать? Не знаю, а почему все люди это делают? Города, да все. Как только начнем ездить, поедем куда сможем. Почему я ушла? Ну, история запутанная. Но вот случился такой момент странный, когда мне позвонил Василий, и вот и все вот решилось для меня вот в этот момент. Все решилось. Для меня. Просто накипело как-то. Привет, Валерьянуш. С Гуфом мы не общаемся, но... Может быть, сделаем песню, я не знаю. Я ему предложу обязательно. Новый состав газа. Это... Главное, чтобы... Все было нормально, не знаю. В музыкальном смысле у ребят на газе и все. Чтобы их песни выходили, классно сводились, быстро делались, снимались клипы. И вот, что важно. А так мне как-то... Зачем начинать было? Ну... Не знаю, вот зачем? Ну что, вы не понимаете, что ли? Ну додумайте. Фитспик, я не знаю, надеюсь. Сучка проучена. Со скрипом, ребята, нет. Ну если он придет и скажет, я извиняюсь, я такой странный.
Ну, конечно, может быть. А так нет. Я обожаю эти сердечки, которые неожиданно много порой такие. Глянь, глянь, да. Но только быстренько, чтобы уши сильно не печалились. Так, песня. Тут же говорят, 5000 песен. 5000 песен. Ой, ребята, я обязательно выложу видео, где рассказываю о том, почему так долго я не выкладываю песни. О, помнишь трек «Словитель»? Пока я готовила. Потом как-то так вот судьбой сложилось, что оттягивался момент, оттягивался. А вот сейчас все. Я уже готова это делать, и надо понять, как это сделать.